Патрон учебный, калибр 14,5 на 144, длина 155 мм, масса 200 граммов. Он используется в КПВТ, это крупнокалиберный пулемет Владимирова. Подобный я видел на БРДМ, на БТР и на танке. Возможно, применяется где-то еще, если что, подсказывайте в комментариях по сохрану. Они в отличном состоянии, целое обтирационное покрытие, никакой ржавчины, капсюль надколотый. Отлично подойдет для музея и в качестве сувенира.